Друзья, это опять я. Иду назад теперь за Алисой. Позвонила ветеринар, сказала, можно подойти и забрать. Тут, если быстренько пройтись, 10 минут. Вот, я сказала, через 10 минут я буду. Ой, солнышко, посмотрите, боже мой. А утром так пасмурно было. Я и козочек из-за этого не вывела. А вон, значит, Райан, как дом, солнышко светит. Вот, и... А, говорю, я через 10 минут буду, Диана. А получилось так, что собралась выходить и вспомнила, что я там подготовила косточки для котов и для собак. Дочка привозила. Здравствуйте. Ой, мурлыка. Привозила дочка косточки. Это собирает она косточки, в общем, с курочки. И там колбаску какую там не доели, паштетик. Я говорю, Лизочка, ты все собирай, а когда будете приезжать в гости, привозить будете. Вот. Ну, в общем. Когда-то дочка нас собирала, вот, а потом не получилось приехать, и она говорит, я отдам этим, ну, дворовым там, котам, собакам. Я говорю, правильно. Так она вот повыносила там, в общем, пораздавала в городе возле подъезда. В общем, иду за Алисой. Иду за Алисой. Так, переживаю я, но не очень. Потому что знаю, что у нас Диана хороший врач. Вот. Она нам спасла Рео, песика. Там у меня есть видео. Я снимала, рассказывала, как у нас болел песик. Показывала я его. Он тогда худенький такой был. Вот. Думали, умрет. Спасла Диана. Но она говорит, это не потому, что я там врач, так, ну, супер-пупер, а потому что, говорит, просто чудо произошло. Говорит, произошло чудо. Ну, такая она не хвалит себя. А я хвалю. Она молодец. Так, извините, опять дергаю камерой. Вот просматривая видео, честно, самой на нервы действует. Смотрю, оно все дергается. Но вот я несу в руке, да, вот даже тень, видите мою? Вот я в руке несу телефон. И при каждом шаге немножко как бы и рука подпрыгивает. Ну, не очень, но в общем так как-то. А может, я хромаю, я не пойму. Как медведь. Мишка косолапый. Так, машина едет. Машина едет. Опа. И опа. Солнышко. Все повылазили. Уже по-весеннему. Ой, я вообще... Жаркая. Мне жарко. Ой, чуть не упала. Жарко это. Не могу я кутаться, потому что когда кутаюсь, мне становится очень дурно. Вот. Особенно если я знаю, что я буду ехать в транспорте, мне будет очень плохо. И я стараюсь, чтобы под низ пальто или куртки там зимний, или осенний, весенний, чтобы что-то было легенькое. Вот. Даже вплоть до того могу снять в транспорте, даже зимой, верхнюю одежду и сидеть там, что под курточкой, кофточка. Вот. Иногда зимой даже в морозы я могу одевать
футболку и на футболку пальто. Вот. В общем, жаркая женщина. Ой. Вот тут в калошах бегаешь и нормально. Потому что ботиночки пару раз пробежал. Вот. И все. И они уже грязные, притом очень. И грязные, это сказать мало. Куски грязи, слой такой висит, облепленные. Вот. Птички поют, весне радуются. Да. Радуются весне. В этом году Пасха ранее. 16 апреля будет. Ой. Будем пасочки печь. В общем, такие делишки. Надо телефон опять почистить. Последнее время он очень часто забивается у меня. Вот. Потому что я еще поназакачивала этот, как его... Ой. Инстаграм, ТикТок. Тут дочка мне старшая говорит: мам, закачай ТикТок, там можешь своих косочек выставлять. Ну, я и закачала. А муж говорит: что ты как подросток с этим ТикТоком? Вот. Ну, я как бы стараюсь песенки подбирать нормальные. Правда, вчера я сыр выставила там в ТикТоке. И песня такая, если честно, даже не песня, а такие... В общем, сыр адыгейский сделала и выставила. И думаю, чтобы не было молча, потому что я не комментировала это маленькое видео, чтобы тишины не было, что-то сейчас подставлю. Начала выбирать в этом ТикТоке. И написала в поисковой строке: вкусненько. Или очень вкусно, в общем, не помню. И мне тут повыдавало разное. Ну, я нажала, а там ням-ням-ням. Ой, как вкусно, ой, как вкусно. В общем, такое что-то. Ну, такое дурноватое, не знаю. Ну, короче, ой, прилепила эту запись к своему видео. Вот. А, так чему я? О. К тому, что память забивается очень этими приложениями. В общем, дурдом. Полезла я чистить, была, я так не сильно соображаю, методом тыка, как говорится. Вот, полезла. Так, летит машина очень сильно. Я полезла я в этот чистить, в общем, внутренняя память. И думаю, мне брат объяснял, значит, так. Значит, память не чистим, чистим кэш. И я, когда начинаю чистить, я очень медленно начинаю так тормозить. Медленно, думаю, чтобы лишнего, чтобы не почистить внутреннюю память, а только кэш. О, собачка, привет. Вот и это. Так, идем до Дианы. Идем, 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 идем. Вот у нас прелесть урны. Понаставляли почти на каждой улице. Это хорошо, выкидывать мусор. Ой, мне жарко, товарищи. Ой, какая березка, смотрите, красивая. Ой, на фоне белого... Ой, на фоне голубого неба с белыми облаками. Березка вот. Так, Диана ждет. Иду я за Дианой. Сейчас она мне вынесет мою Алису. Так. Ой, солнышко, солнышко. Травка прям на глазах вылазит. Посмотрите, друзья. И травка вылазит, и какашки повылазили. Извините. Ой. Да. Снег растаял. Так, пришла я за Алисой. Сейчас опущу вниз телефон. Чтобы снимать ничего не буду я. Диана! О, какие волкодавы! Охранники! А ну-ка! Сейчас. Ага. Сейчас Диана вынесет Алису.
Да. Диана. А, у Дианы. Несет Дианочка. Ты чё? Вообще? Иди. Ку-ку. А я кинулась, не знаю, какие тряпки туда кинуть. Уже все повыносила, повыкидывала на тряпок. Думаю, полотенце не буду своих туда. Ну, она подписала уже, в принципе. Ну, может, еще, конечно, потом. Я сейчас спала. Она у меня вот это прожила с мая месяца в хате. С мая. Это я брала как для мамы, а потом так оказалось, что вообще у меня сейчас там проблемы с месяцем. Взрывы, и он начал... Вот, у меня один антидепрессантов немец. Да? Ну, у него эти эпилептические припадки. Он, короче, такой творит, может, и ему надо, он страшно что творит. Он рядом виноград, он все, в общем, рвет и мечет, весь в крови, так что рвет. Он хочет вырваться, текать куда-то. Я понял. И там такой... А не лишним будет, я жирю, много животных сейчас тоже. И мама говорит, ну, извини, но мне не надо сейчас, а получается, я же не надо. Идите в тепло сразу. Сейчас я в хату, сейчас бегу. Температура у них. И вот это ж ты понял, уже хочет на улицу вот так ухает веранду вылезти. Ну не, красавица, а сначала Дианы. Да, ну да, только ты ж сразу. Этот, недельку минимум попону, ну 10 дней где-то, неделю надо. Вот попасть. Она пусть еще у меня дома, как раз и побуду там попоне, а потом, как только я снимаю, и пусть во дворе тогда. Да. Это ж ничего, что у нее еще котяток не было. Ну так это даже лучше. Да. Кто-то придумал вот это вот. Да вот это же дебилизм такой придумали. И... Оно наоборот, родила, у нее там ну, молочные пакеты молоком наполнялись. То есть риск, что обычно в старости там что-то вылезет, наоборот, больше. Я понял. Это же самое. Маленький сельский. Кто-то вообще думает, что если стерилизовать, то мышей ловить не будет. Ой. Я говорю, а при чем здесь матка сожрать? Это же она не... Хочет переспать с мышей, а съесть ее. Люди фантазеры, слушай, какой талант поебает, нужно фантастику писать. Я такое наслышано, да, просто, да. Спасибо. Все, дядечка, это я скинула там отсюда. Хорошо. Ты поняла, токарь. Все, спасибо. Так, собрали мы. Забрали. Так, я сейчас посмотрю. От наркоза она... Еще под наркозом, но уже там шевелится. Сейчас, секундочку, я. Ой. Снимается? О, снимается видео. Угу. Вот она. Сейчас я открою, покажу. Вот она. Лежит. Она, Диана ее это. Опа, накрыла. Все. Ой, это так. А я кинулась относить. Думаю, что брать, какие, во что ее закутывать, заматывать. Ой, ну то есть, что стелить вот эту, ну, переноску. Много тряпок уже повыкидывала, что в сарай, что на горище, что вообще выкинула. И кинулась, думаю, ну что, я ж не буду наши полотенца стелить. Схватила одну курточку, думаю, так, сейчас запихну. Потом думаю, да не, я еще в этой курточке буду во дворе ходить. А ее то можно будет постирать. Но я ж не знаю, как что там. Мне Алиса сюрприз припомнила. Сюрприз преподнесут на этой курточке. И это... Но! Эта курточка еле впихнулась в эту корзину. Думаю, а куда ж тогда Алису класть, если курточка еле влезла? В общем, такие дела. Друзья, иду я домой. Забрала, в общем, я Алису. Сейчас иду домой. Так, а ну-ка. Угу. В общем, такие дела. Так, я сейчас приду. Я это место дома подготовила. Я на пол постелила плед. Такой тепленький плед, несколько слоев. Почему на пол, а не на диван? Потому что уже опыт есть. Когда стерилизовали двух кошек, значит, я же как лучше хотела, на диванчике. Выстелила там плед, все постелила. А кошка, когда начинала приходить в себя, от наркоза отходить, она, значит, в общем, лезла и чуть не упала с дивана. Хорошо, что я рядом была в ту минуту.
Вот вам, пожалуйста, гуляют собаки, гляньте, вот как люди не следят. Я так поняла, о, сирена, Джек Рассел, он. И бегает дворняжечка, песик. И вот сейчас они погуляют. И представьте, если этот Джек Рассел не стерилизованная, то у нее родится. Вот. Но потом будут раздавать щеночков бесплатно, в хорошие руки. Возьмите, он пес на нее скачет, на этот Джек Рассел. Вот. И вот это кошмар. В общем, вот такие дела. Ладно, заканчиваю я видео. Иду уже я домой. По дороге, я думаю, ничего интересного уже не будет. Эту дорогу вы видели. Я шла ей до врача. Теперь иду обратно. То есть уже второй раз иду обратно. Первый раз шла, когда отнесла Алису на стерилизацию. Потом я пошла домой. А теперь я забрала Алису и иду опять домой. Вот. В общем, такое. Ой, работы теперь на участке. Мама, не горюй. Ну ничего, это жизнь, движение, это жизнь. Вот. Вот такие дела. Все, как всегда. Всем всего хорошего, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Все. Всего-всего-всего хорошего. Я остановлюсь сейчас и нажму стоп. Ой. Так. Опа. А то буду говорить, как моя дочка сказала, бесконечно.